Ролан Быков при росте 158 сантиметров не был милягой-конформистом. Ролан мог подойти и сказать: ты кой-сякой, дать по морде. Был невероятно физически сильным человеком. Как-то уже будучи режиссером, Быков позволил себе зарядить в челюсть начинающему актеру Семену Морозову. Плохо играешь. Я был дважды чемпионом Москвы по боксу среди младших юношей. Готов был всегда отражать посягательство на мое достоинство. Быков тут же получил сдачи, но особо не расстроился. Сам такой. Да и сцена, ради которой режиссер позволил себе агрессию, получилась. Ой, что делать? Что делает? Руку сломал! Правда, у Морозова на всю жизнь остался осадочек от этой истории. Мне было некомфортно. Сейчас опять вопьется вампир. Проникающие такие, как разряды, глаза. Он в тебя вонзался таким образом, что ты в его власти.